Дорогие друзья, приветствую всех на духовном завтраке. И сегодня Господь положил мне на сердце одно размышление, и оно о Боге, о том, как Он открывается нам в Священном Писании. Наверное, нет ничего более драгоценного, чем вот эти жемчужины, которые мы находим в Священном Писании, которые говорят нам о самом Боге, где Бог для нас открывается. Потому что именно на таких текстах строится наша вера. И сегодня вот буквально несколько текстов, на самом деле их больше, которые говорят о Боге именно в таком ключе, но мы лишь несколько рассмотрим. Так, первый текст Второзакония, 7 глава, 9 стих. «Итак знай, что Господь Бог твой есть Бог верный, который хранит завет свой и милость к любящим его и сохраняющим заповеди его до тысячи родов». Аминь. Итак, в этом тексте, как вот драгоценная жемчужина, мы находим это слово о Боге, и о нем сказано, что Бог, Он верный, верный Бог. И это, в свою очередь, словно дает нам определенную надежду на то, что в самых отчаянных обстоятельствах мы можем доверять Богу, потому что Он верен, верен своему слову, верен своим обещаниям. Как сказано в других текстах, что Господь бодрствует над словом своим. И вот, знаете, человек изменчив, мы так устроены, что иногда мы полны решимости, и нам кажется, что вот мы уже окончательно приняли какое-то решение, но так бывает, что человек меняется, меняет свои решения, выбранный путь. И не всегда мы можем о себе сказать, что мы верность свою сохраняем до конца. Но то, что мы находим в Боге, это как раз вот это качество. Еще один текст, Второзаконие 32:4. «Он твердыня, совершенны дела его, и все пути его праведны. Бог верен, и нет неправды в нем. Он праведен и истинен». Вы знаете, вот множество новозаветных текстов, которые говорят нам о верности Божьей. Да, вот верен обещавший. И лично меня эти тексты все воодушевляют вновь и вновь. Даже в моменты какого-то, может быть, разочарования, выбрать, доверять Богу дальше. Как бы ни оборачивались обстоятельства, как бы сегодня ни складывалась, может быть, вокруг нас ситуация, Слово Божье нам говорит о верности нашего Господа. И сегодня я хочу кого-то укрепить этим словом и ободрить вас, сказав, что все, что Бог когда-то вам говорил, все, что Бог сказал о вас в своих обетованиях, в Священном Писании, это все исполнится и осуществится, потому что Бог, Он верен. И пусть ополчается враг, мы укрываемся в Божьих обетованиях и свои упования полагаем на верного Господа. Будьте благословенны. Вместе будем доверять Богу. Аминь.